В КФУ с визитом прибыли представители одной из ведущих компаний-поставщиков медицинского оборудования в сфере здравоохранения «Siemens Medicine». Эта компания занимается развитием инноваций и сейчас является одним из технологических лидеров во многих отраслях промышленности. «Siemens» сотрудничает с компаниями 190 стран мира и сейчас заинтересован в научных разработках Казанского федерального университета. Здесь, насколько мы знаем, в Татарстане, именно вот в этом месте проводятся научные разработки, которые двигают вперед ваш регион. И мне кажется, как раз ваш регион и ваш университет – это то место, куда необходимо съездить, познакомиться и поддержать науку. Гости посетили объекты медицинского кластера университета. Было отмечено успешное сотрудничество Казанского федерального с крупными транснациональными корпорациями. Встреча завершилась уверенностью в дальнейшем сотрудничестве между университетом и компанией. Совсем скоро в университете планируется открытие специального класса для подготовки студентов. Анастасия Иванова, Роман Самарин, Универньюз.